Всем привет! Меня зовут Фэнг Лин Цунг. Я шеф-повар паназиатской кухни ресторана ОКей. Сегодня мы будем готовить мраморную говядину по-японски и фуа-гра в яйце. Для этого нам понадобится кунжут, острый перец, черный перец, тимьян, острый соус, соевый соус, гусиная печень, лайм, молоко, черная икра, мраморная говядина, брокколи и белые грибы. Необходимо аккуратно срезать крышечку с яйца и вылить его в мерник. Добавляем туда же молоко и смесь перцев. Взбиваем все до однородной массы. Процеживаем и заливаем обратно в скорлупу. Одновременно займемся мясом. Разрезаем его на равные части. Нарезаем овощи и грибы. Необходимо провести термическую обработку стола тепаньяки перед готовкой. Ставим яйцо. Подливаем воды, чтобы оно находилось в водяной бане. Параллельно кладем на стол тепаньяки, овощи и грибы. Добавляем оливковое масло и посыпаем смесью специй. Также кладем на поверхность говядину и гусиную печень. Добавляем яйцо, кедровые орехи и гусиную печень. Фуа-гра в яйце готово. Добавляем черной икры. Декорируем блюдо овощами. Грибы, брокколи и мраморная говядина. Чеснок и маленькая долька лайма. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!